Всем привет! Итоги на 28 июля 2024 года. Коротко. Ну вот, сегодня воскресенье. Сегодня голодом сижу. Вот, потому что столовая, которую я сейчас посещаю, в воскресенье не кормит. Итак, небольшое сравнение относительно вот, итальянское, да, вот, этот общепит, где бесплатно кормят, и французское. Ну вот, и там в этом же месте, кстати, что хорошо, можно душ принять, и все это отдельно. В туалет сходить, туалет грязный, вот. Вообще, как бы, в Италии из минусов нету туалетов бесплатных. Вообще нету просто. Я ни одного не видел, сколько я здесь. Вот, значит, ну, отходить от темы не будем. Что там еще? Гардероб. Гардероб, то есть вещи, да, тоже не сразу. Вот. По поводу питания. Питание не столь разнообразно, но и наесться не получится прям вдоволь. Вот. Но опять, с чем сравнивать? Если с Парижем сравнивать, Париж — это вообще помой. Самое натуральное. Вот, говорю, что-то вообще непонятно. Вот где я ел-то, в этом, где кормят, точнее, надо сказать, на восьмом транспорте, на этом метро, как она, забыл, называется-то. Ладно, там завтрак тоже отдельно. А здесь завтрак вообще я не знаю где. Информации крайне скудно, мало, никто ничего толком не говорит. В контакты со всякими я не вступаю. Вот. В течение дня нашел я, значит, следующего дня, как по приезду, потому что приехал-то поздно ночью. Вот. Я все-таки нашел, где это бесплатно. Побегать пришлось. Телефон-то зарядить негде. Да, нет места здесь, где подзарядить можно вообще, ну просто вот нигде, нигде. В Макдональдсе нереально. Даже где-то есть, если нужен блок питания. Вот. А у меня только кабель. Ввиду произошедшего. Также вот этот вот... Значит, вот это вот все, мигранты вот эти криминально-маргинальные здесь. Да, это походу во всей Европе такая ситуация. То есть, ты едешь, допустим, в трамвае, зайцем езжу, что делать. Ну, там, вот, Северная Африка, мигрантка, вот тут я видел, пьет пиво, причем в возрасте женщина вроде как бы, ну, солидность — это вообще не про них. Какие-то условные такие люди вообще, как бы, говорю, со средних веков, что внешне, что... Ну ладно, и песни поет на своем языке. Просто вот во всё горло. Ухает пиво прям в стакане. Пиво это, в трамвае. Или вот вчера два с пакетами. Бутылки, видимо, бухают, да, верующие, вот, тоже докапываются до всех прям вот в наглую, и на улицах это они, ну, в общем, тут это очень неприятная такая ситуация. Во Франции, ну, как бы, оно тоже, конечно, есть, но это везде, я говорю, в Европе, видимо, это бескультурье, вызванное тотальной миграцией, коррупцией. Ну как они получают? Почему вот у меня, у человека, у которого нет денег, нет ни жилья, ни легализации элементарной. То есть я не могу легализоваться на территории Европейского Союза. Там бы уж я на работу и получить карту, донаты, может быть, какие-то как-то, чтобы кто-то помог. Я думаю, это меня не легализуют. Причина-то какая-то ведь есть? Есть, конечно. Я ее
озвучивал. Вот, ну так вот, по поводу еды, вкусно, да. Не разнообразно, но вкусно. Значит, и немного. Душ. Порядок. Самое главное, порядок, дисциплина. Вообще жесткая дисциплина, четкая. Это вот вообще мне понравилось. То есть вот эти обезьяны, дикари, которые пытаются нагло там без очереди, ничего у них не получается. Есть билетики, даже если вот он свою очередь пропустил, где-то он там, я не знаю, курил, дрочил, сосал и еще что-то делал, его не пускают, потому что сейчас очередь уже других. Ну, допустим, у него там 36-я очередь, да, а у кого-то там 54-я уже, 53-я вот сейчас вот уже, да, подходит, его не пустят, потому что он пропустил свое уже, где-то пробегал. То есть, и чё, как бы он там ни усирался, ни орал, там никаких богов не вспоминал в пьяном угаре. Нет. Вот дисциплина, вот это чётко здесь, в этом плане. Вот это я увидел. Вот. И чистота. Покушал, тут же обтирают и стол, и стул, то есть, и стол, и стул. Вот это вообще... Ну как бы что, как легализоваться, как я могу легализоваться? Ну окей, телефон, я не могу сим-карту, потому что у меня нету, во-первых, денег, во-вторых, из соображения безопасности сим-карту я покупать не буду пользоваться сим-картой. Из соображения безопасности. Это раз. Во-вторых, email, хорошо. Я не могу здесь телефон подзарядить. Хорошо, у меня есть подзарядка иногда, да. Я могу отправить письмо. Но где гарантии, что у меня будет заряжен телефон во время рандеву? Когда мне нужно будет идти, я должен буду показать вот это письмо, которое мне придет. Где гарантии, что у меня будет телефон подзаряжен? Я приду, я не смогу показать. И еще скажут, некомпетентный вот, и пропустил встречу. То есть я еще усугублю свое положение, как некомпетентный человек покажу себя. У меня нет возможности, я не экономический мигрант, как 99% получающие здесь вот это вот все блага цивилизации, которая потихоньку, не потихоньку, уже нормально так начинает угасать. Ну вот и все. В общем, ладно, пока. Будем на связи. Всем пока-пока. Подписывайтесь, делайте репосты, пишите комментарии, задавайте вопросы.